Старейшая в Сибири детская библиотека открылась 100 лет назад. В 22-м году прошлого века двери распахнул тесный деревянный дом. Сегодня тысячи книг лежат на полках просторного медиазала и книгохранилища. Модернизация библиотеки имени Крупской обошлась краю почти в 11 миллионов рублей. Ремонта здесь не было 3 десятилетия. Пришлось разработать дизайн-проект, обновить частично стены и заменить мебель. Из нового – светодиодный экран в медиазале и лофт-зона для подростков. Еще даже когда не был завершен ремонт, уже дети заходили, даже наши строители все время удивлялись. Мы даже не думали, что в библиотеку ходит столько много народу. Можно сказать, буквально лезли в окна. И когда библиотека открылась, конечно же, у всех одна реакция – вау, наконец-то вы открылись. То есть буквально сейчас вот заходила женщина, вы открылись, тогда мы сегодня придем с внучкой. Приходишь, читаешь книги, которых нельзя брать нигде, то есть они есть только здесь. Вот сейчас книга «Мост Квест», Андрей Жевалевский. Очень интересно, сейчас читаю. Прочитали все мои знакомые. Книжный фонд библиотеки тоже обновили. Теперь малыши могут читать 4D-книги. Для этого нужно скачать приложение, навести камеру на книгу. Динозавры буквально оживают. В магазине цена такой книги переваливает за 1000, а в библиотеке вам выдадут ее бесплатно. Тем более выбор есть. За счет федерального бюджета купили 2000 новых книг. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.